Вы видите три квадрата с гранями 2 сантиметра, 3 сантиметра, 5 сантиметров. От угла первого к углу третьего проведена линия. Вопрос. Какова площадь голубого сектора? Правильный ответ через 10 секунд. Итак, правильный ответ. Для начала разобьем наш сектор на прямоугольник и треугольник. Мы видим три треугольника. По признаку равенства острого угла они подобны. Значит, они подобны и по другому признаку – пропорциональности катетов. То есть сторона А, деленная на сторону Б, равна стороне С, деленной на сторону D. Подставляем известные значения. А – 10 см, 2 плюс 3 плюс 5, Б – 2 см по условию, С – 5 см также по условию. Значит, D будет равно 1 см. Значит, площадь прямоугольника – 3 см. Берем тоже уравнение, но вместо значения большого треугольника подставляем значение среднего. Сторона Е известна по условию 3 см, значит 3 деленное на 2 будет равно F деленное на 1. То есть сторона F равна 1,5 см. Значит, площадь среднего треугольника будет равна 2,25 квадратных сантиметра, а площадь всего сектора будет равна 5,25 квадратных сантиметров.